этого дня сегодня на повестке дня сырный пирог. Начинаем! И для начала я подготовлю начинку. Для этого твердый сыр я натерла на мелкой терке. Добавляю зелень. Здесь у меня смесь петрушки и укропа. Немного сушеного базилика. Можете добавлять майоран, тимьян, прованские травы, любую сухую зелень. Свежая и сухая зелень обычно при термической обработке работают по-разному, поэтому стоит добавить и ту, и другую. Заливаю все это взболтанным яйцом, немного перца и хорошо все размешаю. Слоеное дрожжевое тесто я раскатываю в пласт толщиной примерно 3 мм. Распределяем начинку по всему пласту. Начинку можно использовать самую разную. Можно сюда добавить и ветчину, и колбаску. Можно делать со сладким творогом. В общем, все, что есть у вас в холодильнике, что вы любите, что вы предпочитаете. И теперь заворачиваем все в рулет. И нарезаю на равные части. Ширина рулетиков примерно 2 сантиметра. Рулеты выкладываю в форму, которую я выстелила пергаментной бумагой и смазала ее сливочным маслом. Вот таким вот образом. Подготовлю заливку для пирога. Для этого к яйцу я добавляю сметану, щепотку соли и взобью. Распределяю заливку по рулетикам. Старайтесь, чтобы везде она попала. Можно также посыпать немного кунжута и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Такие пироги любят и взрослые, и дети. Меняя начинки, получаем новый вкус. Советую приготовить вам этот простой рецепт и приятного всем аппетита!